3 августа в 4 утра для поиска пропавшей 28 июля Нати Бахтадзе был произведен сброс воды из Галского водохранилища. С утра из Сухума сюда прибыла команда из опытных водолазов МЧС Республики Абхазия. На место трагедии прибыли министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициня, глава администрации Галского района Константин Пилия, сотрудники Министерства внутренних дел Абхазии Галского РОВД, службы государственной безопасности, подразделения МЧС Галского района. Поиск ведется вместе указанным подозреваемым в хищении и убийстве девушки Айнаром Свишба. Весь день поисков с раннего утра на месте находится и глава администрации Галского района Константин Пилия. Как вы оцениваете все предпринимаемые усилия в поисках Нати Бахтадзе? Как только поступила вот эта трагичная информация, наши службы своевременно и одновременно сработали. Молодцы, проведены были весь комплекс мероприятий. Подозреваемый был задержан и дал признательные показания. Все юридические процедуры были выдержаны, это было при адвокате. Указал место, вот сегодня с рассветом, при поддержке руководства НГУРГСа, в частности Левана Гулливеровича, была приостановлена малая генерация тут у нас в Гале, увеличена там выше, которая, что дало возможность перекрыть канал, осушить его и провести все разыскные мероприятия. Вот сегодня с рассветом подозреваемого тоже привозили, он указал место, где это произошло, где он совершил поступок. И вот в результате всех поисковых мероприятий с привлечением водолазов по оба берега канала, да, прошли с людьми, всеми спасателями, и мы все смотрели. Ну, тело найдено не было, скорее всего, предполагаем, что тело может быть в море. Эти поиски в акватории будут продолжены, но мероприятие будет продолжаться. По словам начальника РОВД Галского района Беслана Жваня, в поисках пропавшей девушки задействованы 15 экипажей, которые распределились по командам вдоль канала до села Приморск, вдоль берега моря в направлении реки Ингур и по берегу по направлению города Чемчира. Три экипажа водолазов работают в городе Гал на третьей перепадной ГЭС. В поиске применяется специальный дрон. Нана Абшилава, Борис Цацуа, Бату Библая, Гал Медиа.